помощь медиков потребовалась 43-летнему водителю Кирию после столкновения с Volkswagen Polo на площади Тысячелетия. Оба водителя утверждали, что ехали прямо. Как пересеклись их прямые, разбиралась Алия Хайрутдинова. А вы то, что вы не сразу дали, вы заметили? Я его сразу заметила, но он выезжал. А выезжал он откуда? Мнения участников аварии относительно ее причин сильно разнились. Женщина-водитель Volkswagen Polo рассказала, что ехала из Московского района в сторону центра. Двигалась прямо, никуда не перестраиваясь. В какой-то момент ей дорогу перегородила Kia Rio. Автоледи едва успела нажать на тормоз. Я ехала по своей полосе, он выезжал. Перестраивался, да, не убедился, что никого нет, что его пропускают. А у меня уже места не было тормозить, я ему сигналила, и, соответственно, удар был достаточно сильный. Сразу после столкновения водителю Kia стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Пока медики осматривали мужчину, его пассажир рассказал, что автоледи никто не подрезал. Мол, перестроиться хотела она сама и не убедилась в безопасности маневра. Вы уже поняли, у вас нет. Как все было на самом деле, будут выяснять в госавтоинспекции. К слову, водитель Kia Rio после осмотра медиков от госпитализации отказался. Алия Хайрутдинова, Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. Мы с теми, кто спешит на помощь. Смотрите программу «Вызов 112» на нашем сайте и YouTube-канале ТНВ.